Всем привет! Сегодня в распаковке дрель-шуруповерт Metabo BS14.4 SET. Расскажем технические характеристики, разберем органы управления и поближе посмотрим комплектацию этого шуруповерта. Поехали! Вес инструмента с аккумулятором 1 кг 200 грамм. Работает инструмент от литий-ионного аккумулятора на 14,4 вольта, емкостью 2 ампер-часа. Используется аккумулятор слайдер. Аккумулятор заряжается зарядным устройством SC60+. Максимальный крутящий момент 40 ньютон-метр. Две скорости. Первая скорость от 0 до 400, а вторая от 0 до 1500 оборотов в минуту. Используется быстро зажимной патрон. Диаметр патрона 10 мм. Встроенная подсветка рабочей зоны. Максимальный диаметр сверления по металлу 10 мм, по дереву 20 мм. На корпусе есть специальный крючок для ношения на ремне с фиксацией справа или слева. Давайте посмотрим на комплектацию. Итак, комплектация. В комплекте у нас нож, специальный карандаш. К этому карандашу есть дополнительные стержни. Далее. Рулетка на 5 метров, гаечные головки, зенкер, керн. Здесь же у нас 5 сверел по дереву от 4 до 10 мм. Набор из 20 бит с удлинителем. Сверла по металлу от 1,5 до 6,5 мм. А также удлиненные биты. Итак, в чем же преимущество этой модели? Легкий и компактный шуруповерт с укороченным корпусом для универсального применения. Расширенная комплектация. Пластиковый кейс с различными принадлежностями для сверления, завинчивания и многого другого. Технология Ultra-M, которая обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку и оптимальное использование энергии. А также 3 года гарантии не только на сам инструмент, но и на аккумуляторные блоки. На этом у нас все. Чтобы приобрести этот шуруповерт, переходите по ссылке в описании к видео. Не забывайте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить следующие выпуски распаковки. Пока!